В четверг, 23 апреля, глава Харцизской городской администрации Василий Ткачук встретился с коллективом канатного завода. Мы попросили градоначальника поделиться своими впечатлениями от посещения Силура. Ставили мы на сегодняшней встрече следующие вопросы. Первое, это ответы нужно было дать работникам завода о происходящем сегодня в городе, в республике. То есть в формате вопрос-ответ. Спрашивали вообще в основном, это как людям продлевать паспорта, как получать паспорта. К сожалению, этот процесс у нас еще не налажен. У тех людей, у которых есть возможность выехать на территорию Украины для того, чтобы продлить или получить паспорт, ну, придется пока так действовать. Самые злободневные вопросы, на которые мне сегодня пришлось дать ответы, это, конечно, выплаты социальные, пенсии, пособия. В очередной раз хочу обозначить, что этот процесс зависит от наполняемости бюджета за счет выплат налогоплательщиков. Максимальные усилия мы сейчас прилагаем для того, чтобы наполнить бюджет. К сожалению, небольшие срывы у нас сейчас идут по выплатам. Я думаю, со временем все-таки этот процесс наладится, все будет нормально. В последнее время социальные сети пестрят слухами о том, что глава город-администрации Василий Ткачук якобы оставляет свой пост в связи с уходом на повышение. Пользуясь случаем, мы попросили Василия Ткачука прокомментировать эту ситуацию. Могу успокоить или обрадовать, или огорчить тех пользователей социальных сетей, и сказать им, никакого повышения, ни на какое повышение я не ухожу. Я работаю в городе. Работа, которую я сейчас делаю, она интересная, многогранная. Тем более в такое время, когда идет строительство государства, действительно видишь плоды своей деятельности, ну, воочию, да, там, запуск предприятий, помощь людям.